В центре реабилитации диких животных Велес пополнение. Накануне туда доставили 2 9-месячных медвежат. Косолапые вышли к людям около 3 месяцев назад на одном из островов в Карелии. Один абсолютно здоров, а вот второму требовалась срочная медицинская помощь. Еще вчера его отправили в ветеринарную клинику на обследование, а затем поместили в карантин. Весят косолапые одинаково, по 50 килограммов. В дороге вели себя хорошо, но сопровождающим несколько раз приходилось останавливаться и давать животным успокоительное, чтобы они не травмировали ни себя, не людей. Здесь работники центра их обследуют. С ними будет проведен весь комплекс ветеринарно-санитарных и противоэпизоотических мероприятий для того, чтобы убедиться в их безопасности для животных, проживающих в Ленинградской области и Санкт-Петербурге. Такие постояльцы для центра реабилитации не в новинку. Поправляться медвежата, имена им, кстати, еще не дали. Будут по соседству с бурыми собратьями Тони, Сеней и Потапычем и двумя гималайскими мишками Машей и Мишей. Разница в том, что у новобранцев, если поправятся и акклиматизируются, еще есть шанс оказаться на воле. Для всех остальных косолапых по состоянию здоровья вольеры уже стали постоянным местом жительства.